А как оно мотает-то? Это я понимаю, трофей. Тащит. Всем привет, ребята. Выбрался я на рыбалочку. Половить хищника. Потвичить. На живца покидать. Возможно, вечером попробую половить леща на червя. Ну, в общем-то, посмотрим, какая рыбалочка у нас получится. Может, на нее возьмет кто-нибудь. Есть. Крутит просто. Хорошенькая. Вообще не поддается. Вот это я понимаю, щука. Трофей взял. Килограмм на 3-4 точно будет. Ой, переборщил, она там небольшая. Сейчас надо ее как-то вытянуть. Хоть так, подруга, не сойди только. Блин, мощно. Так, иди сюда. Есть. И вот такая. Ее отпустить, к сожалению, не получится, так как она прям сильно заглотила. Я там несколько жабр повредил. Вот такая щучка. Хорошенькая. Вот это я понимаю, трофей. Опа! Еще одна. Еще одна взяла. Тоже, видимо, хорошая. О, тоже гнет хорошо. Да, не может быть и небольшая. Не знаю. Сейчас посмотрим. Да, уже небольшая на этот раз. Хотя нет, тоже хорошая. Такая еще одна щучка. Ну и на этот раз уже поменьше. Уже такая килочная. Такая килограммовая. Придется взять. Блин, жалко. Вот такая небольшая щучка тоже. Хорошенькая, килочная. Тоже ее придется взять, так как она тоже сильно заглотила. Жаль, конечно. Ладно, берем ее. Есть еще одна. Кто-то есть. Удачно я выбрался сегодня на рыбалку. Ой, надо фукцион добавить. А, небольшая. Сопротивлялась просто очень сильно. Сейчас я ее как-нибудь достану. Отпустить ее получится. Не заглотила. Ой. А все, уже сошла. Класс. Все равно бы отпустил. Ну, та щучка чуть-чуть покрупнее, чем вторая щука. На 10 сантиметров. О, еще одна. Еще одна взяла. Небольшая, наверное. Маленькая, я думаю.
Ну да, небольшая, кивочная. Широгайка. Килограммовая где-то. Тихо, 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 тихо. Ну вот, вот такая щучка. Поплыла красотка. Класс. Опа, еще одна. О, это будет крупно. Это крупно. Может, мне кажется. О, как тянет-то. А как оно мотает-то? Вот она, мамка. Это мамка. Хоть бы она не сошла-то. Вот она. Килограмм на два, наверное. Может, даже и больше. Ух ты. Сейчас как-то вытащу ее. Вот она. Давай, иди сюда, иди сюда. Есть. А, ну такая же, что и первая. Вот такая. Фу. Крупненькая. Вот это я понимаю, рыбалка сегодняшняя. Вот она. Красотка. Вот на вот эту вот вертушку щуки звереют просто. Хватают вообще. На эту вертушку уже 5 щук. Одну я отпустил, вторая сошла у берега. И еще вот 3 щуки у меня на веревке. Сейчас мы на него поставим. На судака или на щуку. Крючок, правда, мелковатый. Закинули, ждем поклевку. Чуть не утащила. Опа, да да кто-то есть. Сейчас буду подсекать. Да, тащит кто-то. Есть, не знаю, кто там. Сейчас узнаем. Ух ты. Гнет хорошо. Мой щука опять. Я вот только поставил. Да, щучка небольшая. Хорошо, что еще не срезала. Вот такая кивочная. Раз, красотка. Ладно, плыви. Поплыла. Раз. Вот тащит. Потащила просто. Ух ты. А там небольшая щучка. Может быть и хорошая. Да не, хорошая, кстати. А, нет, небольшая, кивочная. Сейчас я ее буду вытаскивать. Ну, кивочная. Килограммчик, даже меньше. И вот еще одна щука очередная на живца.
такая красотка. Ладно, пусть плывет. Давай, плыви. Как ее красить. И ставим удочку. Ждем поклевку. Это бешеная поклевка. Аж выронила. И она просто упала. Да, вот, говорю же. Есть. Ну, кто-то небольшой там. Мой щука, мой седак. Не знаю, кто там. Я вот только поставил, уже поклевка. Опять щука. И такая килочная. Упи. Убежала уже. Ну, килограммовая там была. Вот такая вот. Вот опять кто-то клюет, удочка упала аж. Опять кто-то взял на живца. Хотя живца даже не менял. Ух ты! Ну, кто-то небольшой. Опять. Щука, стопудов щука, она так давит, значит это щука. Я говорю, щука. Небольшая. Тихо, 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 я тебя отпущу, тихо, тихо. Хорошенькая. Ну вот таких надо отпускать. Маленькая совсем. Вот такая вот красотка. Ладно, плыви. Поплыла красотка. Класс. Будем дальше рыбачить. Ну вот и все. Рыбалка подошла к концу. Уже темнеет. Маленькие судочки дербанят моих живцов. Крупных пока что нету. В общем-то, неплохо порыбачили. Особенно на вертушку и на живца. Щуки вот прям хватали и хватали, хватали и хватали, блин. Прям бешеный клёв был. Первый раз у меня такое. Ну, на этом видео заканчивается. Сейчас я соберусь и поеду домой. Ну что ж, всем пока-пока, до скорых встреч!